Жительницу Южно-Сахалинска подстрекали к поджогу областного военкомата. Сначала у девушки мошенники обманным путем отобрали деньги. Затем предложили якобы отомстить злоумышленникам, сделав зажигательную смесь и бросив в окно по конкретному адресу. Как оказалось, это был адрес военкомата. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Сначала телефонные мошенники, используя схему обмана на ваше имя оформлен кредит, похитили деньги у 21-летней местной жительницы. Сумма ущерба составила свыше 2 миллионов рублей. В дальнейшем потерпевший через интернет-мессенджер поступил звонок якобы от сотрудников ФСБ. Такие мошеннические схемы с последующим призывом к акту возмездия в России стали появляться часто. В некоторых городах попытки поджога все-таки осуществились. Такие действия квалифицируются как терроризм. Поджигателям предстоит ответить по всей строгости закона.